Давайте, давайте. Опа, опа, опа. Степаша, одетые усиля. Я сейчас что-то не поняла. Ой, 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 ну. Давай, давай, давай. Без него ни-ни. Да. Давай, давай. Люсь, давай. Стёп. А где ты? А Стёп как батарея. Кто куда? Стёп как батарея. Стёпа, иди сюда. Да я же не забираю его, Люсь. Я хочу подстилку забрать вам сюда. Давайте, давайте, давайте. Ну? А ты... Вон ты, Шиля. Ну что, Люська? Стёп, собирай. И его, и ты... Ой, 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 ой. Как же вместе. Только вместе. Оп, оп, оп. Берите. Люся. Да ну что ж ты. Стёп, иди ко мне. Иди. Ой. Люся, пошли, пошли, пошли. Пошли. Идите вон ваши подстилки. Люся. Забирай. О, о. Что? Что? Нелегкая эта работа, да, Люсь? Успокаивать, да. Люся, ну что ты делаешь? Не надо его накрывать ей. Туда-сюда, туда-сюда. И идет. Так, Люся, это нам сегодня прислали. Это мы как раз собрались. Не делай этого. Мне кажется, она уже поняла. Понимаешь, что это такое? Открывай, мать. Это сегодня мы приехали, друзья, в Тайган. А нас у администратора вчера еще сказали, что приехал в Альберис кто-то. Додумался уже это. Только вот наши люди. Заказать в Альберис на парк львов в Тайган. Да. Ну, вот. Давай, мы еще не смотрели. Так, это Люся. Это Пампи. Посмотри, мне она вообще не дает. Это памперсы. А что? Это какие-то... Что-то там те самые, оно открывает. А просканируйте код. Что-то там, по-моему, что-то там по 100 рублей. Что такое? Дастся. Какая-то акция. Так. Так, подожди, подожди. Люся, что ты меня догоняешь? Нормально ты вообще такая? Я хотела забрать памперсы, чтобы ты в них не сделала лишних дырочек. Степа. Люся. Ну дай я ж посмотрю, что там передали. Это тоже памперсы. Люся, давай, это... Ну ты ж посмотри. Это тоже памперсы, спасибо большое. Ага, а это, наверное, передали, чтобы мы переклеили то, что Люська рвет. У нас люди креативщики. Что? Ну что? Я не забираю Степу. Это наши. Спасибо за покупку. Это наши. Люся. На. Так, Степка, там что-то. На, это тоже. Это манго. Манго и кашка овсяная. Кашу не дам. Ты сейчас все рассыпешь. Спасибо большое. И сейчас посмотрим. Прямо скажи, мы все в подарках, да, Люсь? Так, а тут что-то в воде? Что-то тут? Это наверное, клей. Вот это какая-то батарея. Ну да, это вот, Люся. Ну, в батарее мы участвовать не будем. Степа. А Степа уже, посмотри, манго сушеная уже. А ну-ка. Ух ты! Новый. Новый такой постер. Ага. Люся, смотри, что делает. Так, Люся. Это он, это две части. Угу. То есть это большой. Подожди, там Степа. Подожди, 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 подожди. Блин. Это надо вот так расстелить.
Так, нет, ты давай лучше скрути, потому что Люся сейчас устроит. Люся, она глянь, она уже... Что? Она уже все, вон, с обоиной. Скажи, вам все равно новый прислали. Скажи, папа, мама, не ругайте, да? Вам все равно уже прислали новый. Скажи, если бы не я, скажи, если бы не я. Красивый, яркий такой, да. Дизайнерский, необычный. Ладику очень нравится этот лев. Люся, мы что, уже сказали обдирать? Ты посмотри, как она все поняла. Я тебе говорю, она все кусками рвет. Она уже поняла все. Пора, пора. Нет. Все, все скажи, да? Будем этот клеить, Люсь? Или этот отдирать? Нет. Мой мальчик, мой зайчик. Так, Люся. Это мы посмотрели, да? Да, это мы посмотрели. Любая женщина, я уже говорила, может сделать из ничего салатик, да? Бардак и скандал. Люся, что? Дай сюда. Она уже обоевала. Пусть она уже с ним ходит. Ладно, мелкого держи. Так, давай вот это поднимем, потому что нам еще одну передали. На входе. На входе, да, посылку. У нас теперь посылки не только приезжают, но и приносят люди. Опа, Давай, ты, потому что он ко мне бежит. Идите сюда. Так, орешки. Орешки. Люська сейчас Люся. Увидит. Люся. Люська уже Люся. Увидела. Да пусти, пусти, пусть. Нет. Пусть ест. Нет. Папа, папа, ой, стрекочет, стрекочет. Конфет вон каких вкусных целый. Так, конфеты я точно сразу уберу. Вкусы. Ну, давай, давай, доставай, доставай. Я ж тебе сразу достала. Тут еще конфет. Еще пакет конфет. Это всему. Парку пойдем. Да. Обслуживающий персонал. Тут печенька. Ой, тут пряник. Что ты жалуешься? Что? Что я тебе пряник не дала? Конечно. Ты посмотри на нее. Нам пряника не дают, да, Люсь? Всему свое время. Ты сегодня уже наелась пряников, как я не знаю чего. А Степка ковыряет. Все, скажи. Мое, мое. Так, тут у нас Воронеж, котенок с улицы Лизюкова. И Воронеж, это, наверное... Чаек. Шкатулка подарочная. Да, черный чай. Вот, и записочка. Татьяне и Владу, примите небольшой подарок из Воронежа, Лена. Леночка, спасибо большое. Да. Пряник мы... Что? Ну что? Ну что ты? Люся. Люся. Иди сюда. Люся, иди ко мне. Иди ко мне, сказал. Да. Что? Иди сюда. Ну, никто же его не берет, он же сам идет. Не знаю, что это? Это кофеек. Кофеек, да? Это кофеек. Опа, 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 опа. Все, скажи, опа, папа, опа, папа, урвала. Давай мы с тобой будем есть, потому что, да. Давай. Тут уже, скажи, спасибо, пусть. Спасибо, что принесла. Спасибо огромное. Ладно, мне несет. Да, летит в Воронеж Леночке, которая приехала сюда и передала. Ну, мы с ней вчера встретились. Она сначала, Лена, передала, а потом мы увиделись в парке. Да. Да, моя мышка родная. Да, да. Какие ж вы хорошенькие, а. Какие ж вы. Когда не вредничаете, ага. Да, Люсь? Вон, вон, дает, дает. И это такой, я сейчас, скажи, не понял. Значит, Люсе дают. А мне? Оп, отодвинулась. Сиди, скажи. Твоя очередь вторая. Степа, дай я вон. Надо Жорику дать. Сейчас Жорику дать. Не моя ему сегодня. Подожди, Степ, все, подожди.
Вот орешек, вот. Все, все. Сейчас. Жоя. Говорит, да. Жоечка, скажи, жоечки несите. Степа. Жорочка. Подожди, подожди. Жорочка тоже хочет. На, Степ. Ну на. Все, укусненько. За щеку, да. Сейчас несем, несем, несем. Угу. Сейчас любимица поест. Да, я ему, кстати, таких не давала сегодня. Я думаю, кедровые давала. Сивун ты мой, иди сюда. Ты же не закрыт. Иди сюда, Жорочка. Иди. Мы сейчас Жорика не закрываем. Вообще, Жор. Жора. Чего иди. Ты в подъезд пошел? Иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Дай мне, я отнесу Жорику. Стол вот это вот. Жорику нужно много. Самим мало. Ты посмотри. Ты посмотри. Ему тоже давай. Типаски давай. Не капризничай. Давай, выходи. Не безобразничай. Все, уже солнышко садится. Давай, на место поедем. Давай. Давай. Давай, мой маленький. Поехали. А то что они там все сидят. Оп. Сейчас. Оп. Едем, Жоя. Едем, едем, едем. В далекие края. Веселые соседи. А, надо закрыть. Нет, нет, я тебя не закрыла. Я просто прикрыла дверь, чтобы мы с тобой заехали. Мне же неудобно одной рукой снимаю. Другой едем. Да? Вот. Жорик, молодец. Люся. Жоя, вот ты видишь, тут вот есть, конечно, ты понимаешь? Жорик, глянь, как сел. Люся, тебе мало там орехов, а? Люсь. Ой, шемля. У Жорика все. Перестань, перестань это есть, Люся. Это что, перья росли хорошо у Жорика? У тебя что должно расти? Он, Жорик, там, слушай, близко к дивану придвинули в тот раз. Опять? Да. Опять диван пострадал. Люся, иди к папе. Ой, ты глянь. Ой. А да, ты-то мы, какой мы тут чистый. Немножко покушали. Да? На. На, грызи. Шват чистый, как я не знаю, что. Только я пришла. И все, да? На. Степаша. Ты мой золотой. Ты мой красивый пацан. Люся. Вадя, держи его. Она, ты понимаешь, она своим... не дает. Ну, ей-то хочется его... И он кусает, ты понимаешь? И она кусает. Это какой-то кошмар. И он вон, блин, руками. Ищет, подтягивает, подтягивает. Люся, на, сама чисть. Я не приучил. Степочка, на. На. Люся. Степ, вот, иди ко мне, иди, мой мальчик. Чего пришла, Шемля? Люся. У него есть, у него есть, у него полные щеки, дай. Жоечка, иди сюда. Что, что? Ты уже определись? Или к папе? Что, с мешочком, да, мешок в зубы и за папой? Глянь, она... Разобрали, да? Да, орехи в зубы. Спасибо. Спасибо всем. Наше спасибо в Воронеж полетело к Лене, да? И к неизвестному человеку, который заказал на Валберсе для нас подарки и картину. Спасибо. Да? Степ. Что-нибудь придумаем. Может, сюда?
Нет, нет, Владик, тут висит моя любимая вышивка. Здесь нет, там большое панно, его как раз, Владик, но этот уже повисел. Давай его уже поменяем. Вот. У нас как-то стен мало, понимаешь? Там картинная галерея. Ой, черепаха упала мне на голову. А, какая у нас картинная уже галерея. Ни одна обезьяна в мире не может похвастаться такой картинной галереей. Своя Третьяковка. Вот, Жорика три портрета есть. Люся, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Степашку ждем, да? Наши художники ждем Степашку. Жорочка, давай. Лай-лай-лай-лай-лай-лай. Давай, мы давно не пели. Иди скорее сюда, иди. Ла-ла-лай-ла-ла-лай. Ла-лай-ла-ла. Люся, куда? Вадя, 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 смотри, смотри, смотри. Люся. Полезла уже, Шемля. Жорочка. Что ты взяла? Киви. То есть ты сиротка, ты голодающая, да? Без этого киви никак. Это надо орешки полирнуть. Люся. Ну, на голове у папы киви. Ну, это шикардос. Это то, что доктор прописал. Ну, вообще-то, я обратила внимание, что Люська становится сама собой. Все, она уже не так Степку пытается контролировать, но опять-таки на голове у тебя уже сидит. Уже Степка ей нужен. Уже все. Ага, все, вышвырнула киви. Киви уже не надо. Не настолько. Жорочка, ну иди. Иди, иди, мой мальчик, иди. Иди. Люся. Все, хана. Чему хана? Всему хана. Люся, чего ты туда пошла? Что? Что здесь есть, чего нет у тебя? Объясни мне. Что? Ты просто 100 лет не пакостила, да? Вот так, туда палец засунуть, да. Да, вот, та, вот этого тебе не хватает, да? Ну, что, оторвать? Так, не трогай. И так уже все эти без зеленых пупырышек. Что за человек такой? Люська, что ты за человек такой? Что, папа ушел? Смотри, ушел. Давай, давай убирать, потому что все жестко.